Вот такой вот два дождевика, один сейчас упал, разбился. Вот такой большой дождевик. И смотри, какой огромный. Я не знаю, наверное, блин, больше килограмма. Очень тяжелый дождевичок такой маленький. Как баскетбольный мяч, наверное, если не больше в диаметре. Очень огромный гриб. Пипец, я в шоке, первый раз такой вижу. Офигеть. И он еще такой цельный, не пустой, не сухой. Прям тяжелый-тяжелый. В общем, грибочек. Сейчас я его буду... Да, я его сейчас разрежу, и я его буду готовить. Блин, у меня нож даже не хватает, чтобы разрезать. Такое ощущение, что режешь гигантскую зефирку. Вот, реально, ощущение такое. Ну, он огромный. Классно. Вот такой грибочек, такой дождевик. А, как прям большая, огромная зефирка. Сейчас буду его резать и жарить с грибами и луком. Вот сколько получилось грибов. Это с одного гриба. Это один гриб. Один маленький грибочек. Всего один. Вот, короче, это вот получилось с этого большого гриба. Я там потихоньку добавляла эти грибы, потому что... Но они не помещаются просто, они настолько... Вот они сейчас стали поменьше. И сейчас я тушу вот такой казаночек с грибами, с лучком.